На Ямале выплата родителям детей-инвалидов увеличится. С 1 июля 2019 года она станет больше практически в два раза. Сегодня такая мера поддержки действует по всей стране. Ежемесячная выплата компенсирует родителям и опекунам особых детей невозможность трудиться и получать зарплату из-за состояния здоровья ребенка. Причем размер такой выплаты на Ямале выше, чем в среднем по стране. Так, в России сегодня родители получают 5,5 тысяч рублей, а в нашем округе выплаты составляют 8 250. А с 1 июля она будет равняться 15 тысячам рублей.